В 2025 году в Российском институте театрального искусства ГИТИС планируют открыть филиал на Дальнем Востоке. Предположительно, учебное заведение будет в Хабаровске. Филиал планирует набрать всего 45 человек для обучения актерскому мастерству, сценографии и продюсерству, по 15 студентов в каждой категории. К работе на Дальнем Востоке могут привлечь в том числе выпускников ГИТИСа. Также на Дальнем Востоке планируется к 2025 году открыть филиалы Всероссийского государственного института кинематографии и театрального искусства имени Бориса Щукина.